Всем здорово, пацаны, с вами я, Легенда, и это пятая часть по прохождению игры Барнярд Рога и Копыта. Сейчас у нас есть задание от не знаю кого, но мне кажется, сейчас задание у нас от осла. Сейчас мы к нему поедем, возьмем свой лясик. Так, покатили к нему. Газуем. Или это Бен, не знаю. Точно не могу сказать. Да, все-таки это этот осел. Алло? Все. Разговариваем с этим ослом. Сейчас мы будем защищать огород от этих енотов, потому что у меня уже сезон енотов начался в предыдущей части, я до него дошел. Так, сейчас они будут лезть тут. Ну я научился скипать. Так, смотрим, где лезут. Где лезут? Пау. Так. Енот. Блин, залезло много уже. Отсюда съебейшн. Так, все. Пока нету, чисто. Снайпер. С этой стороны. Минус. Еще один. Снайпер. Не попал. Убил. Все. Ну, что там? Пошел отсюда. О, лезя. Лезут. Не, не лезут. Они боятся, как я подхожу. Тут бесконечный бег. Так, меня радует. Опа. Залез. Куда? Выкинуть. Закрыть за собой. Не за собой, за ними. Опять. Снайперы. Стреляют. У меня украли овощ. Так, снайперов нету. Так, где тут дырка была? Вот. Закрываем, чтобы они были в панике. И в шорохе. Блин, я потерял один овощ. Ну хрен с ним. Снайперов нету пока. Пока не лезут. Времени уже не так много осталось. Опа. Открыли. Да надо выкидывать. Опять лезут. 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 Где? Снайпер. Где? Вроде нету. А, снайпер. Ну? Да сколько снайперов? Да все? Наконец-то. Молочка. Ну все. Я победил. Время закончилось. Я справился с этой задачей. Звезда 353-2. Первое место? Да. На 30 очков обогнал Бенчика. Ну, самое главное, это первое место. Еще у нас будет очень много заданий от этого осла. От этой ослины. Ну, так, все. Сейчас у нас задание, наверное, на горе Бена. От Бена. На ней еще ни разу не был. Да, все верно. Это задание от Бена. На горе Бена. Ну, точнее, не гора, а холм. Холм у Бена. Разговариваем с Беном. С Бенчиком. Нашим любимым.
И сейчас он опять нам скажет пострелять по банкам, только уже на этой локации. Как обычно, крутые, блатные. Ready, set, go. Сбиваем банки. Ох, три сразу. Неплохо, какой мужик. Первый левел прошел. Так. Ого, банок уже. Собралось тут. Все. Тут убили все банок. Молоко кончилось. Так. Молоко. Все. Второй левел прошел уже. Неплохо. Вау. Вот это я, конечно, шпуляюсь. Я к мастер прям. Нифига себе. Что я творю? Да Джеймс Бонд. Я мастер-убийца. Что творю? Ну? Все. Почесончик почесал. Нормально. 582 звезда. Вот нормально, нормально. Прям как батя настрелял по баночкам. Well done. Well done. Конечно, бенчик. Remember. О! Наживчик. 75 баксов. Уже 498. Так. Используем, наверное, сейчас вот эту вот золотую лихорадку. Потому что мне все равно там по пути почти. Садимся на велик. Быстрее. Дебил. Все, и прыгаем. Или сгонись. Конечно. Садись. На лясик. Поехали. Вот сколько денег я сейчас соберу. 100 килограмм, литров, миллион денег. Короче, много жилчика накуплю себе. Буду богатым. Куплю себе много жилчика. Блатную. Занос под конец вошел вообще. Уже вечереет у нас, кстати. Все. 99. Я, кстати, да. Еще дрифтить. Вспомню, как дрифтить. Все. Возвращаемся на скотный двор. Сбиваем осла. И спим. Не садимся на велик, а спим. Дурачок. Так, потому что заданий нету, значит, нужна нам ночь. Короче, так уже вечер был. Ну, хотя, судя по этому, не такой же вечер был. Так, и у нас есть задание. Непонятно где. Что такое, не припомню. Это, наверное, это от суслика. Да, это от суслика задание. Ну, слезь ты с этого велика, дурачок. Суслик, что хочешь? Чё почём? Как барыжим? Суслик барыга. Короче, он мне сейчас даст работу, я на него выполню эту работу, и я, мне он даст бабки. А, я с ним просто поговорю, ладно. Или он меня предупредил о том, что может дать мне задание. Я выполню его, я получу бабки. И куплю себе шмотки и крутые тапки. Ну все. Можно обратно идти спать. Блин, спал ради того, чтобы только поговорить с этим
с этим сусликом прыгай. Ну ладно, поспим. Так, задание у нас предостаточно. Задание от цыпленка и от курицы. Пожалуй, от цыпленка, потому что от курицы, по-моему, сложное задание. А вот этот вот цыпленок, который зовут Мэдди. Мэдди, Фредди. Тут, короче, надо найти... Это прятки. Мы играем в прятки и ищем этих... Этих цыпленок. Цыплят. Первого я нашел уже. Они на карте не помечены. Ну, это было бы слишком легко. Но их все равно легко найти, поэтому... Я нашел еще одного. Вот еще один. Приныкался здесь. О, сама Мэдди. Прям хорошо приныклась в травичке. Вот еще один цыпа. Так, 5. Надо еще 2 цыпленка найти. Ну вот еще один. Все? Что такое? Я тебя нашел. Что не так? Это... Я его не находил. Ты чё за хрень? Ребята, вы где? Чё вы так сложно прячетесь, я вас не могу найти. О, камень. Подберем камень. Получим хрень. Да где они? Я еще не всех нашел. Да что за... Чего так? С какого хрена они так хорошо прячутся? Где они? Их не могу найти. Что за цыплята пошли? Если они за фермой спрятались, так нечестно. Блин, стамина кончилась, не могу бегать. Блин, где они? Их собака там не съел? Случайно. Это мусорку сломал. Да блин. Где? Цыплята! А, они тут были. Боже. С кем разговариваю? Окей. Соображаемый Мэдди разговаривал. Ну ладно. Наверное, на сегодня я закончу. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите 6-ю часть, наберем 20 лайков, и она будет. Все, всем удачи, всем пока.